Йоу, а мы настолько молодые пацаны, что в этом году сдаем ЕГЭ. И наставление нам давала наша классуха. Какая первая лига? Физика и еб***су. Быстро завтра, чтоб в школе были. Ну, здорово, пермяки! Что сейчас будет? Среди старых кварталов нас ищут копы. Это каменный город, где все по дефолту. Наш звук называй самым низкочастотным. Тут в приоритете снести два голубу. Сплея наведет соседи нас. Ай, дядь Гош, вы чё деретесь? Так а как не драться? Мы же договорились, с меня неоновое шоу, с вас стриптизерши. Это что, только мне и всем мужикам в зале надо? А как вы выигрывать собрались? Чё тут выигрывать? Собрал тараску, этериал, пошел в трон, все, ГГВП. Вот из-за таких, как ты, ГГВП, у нас в стране на нуле ВВП. Ты встань из-за компа, пойди на завод, укради там что-то, ты же русский пацан. Дядь Гош, да нам ваш КВН вообще не нужен. Мы вон вчера с пацанами в фифу рубились. Я там купил Холланда с рейтингом 92, чтоб всех разносить. А вот что ты в своей фифе русского пацана не купил? Потому что Холланд за сезон больше 50 голов забил. А ваши русские так могут. Слышишь, Дзюба вон лет 5 уже на футбол забил. И ничего, деньги калашматит. Кто-нибудь вообще в мире еще так может? Как Орин так может. Мамаев так может. Мамаев не может. Мамаев курган. Вот почему вы такие тупые? Скажи, пожалуйста. Мы вообще-то достаточно образованная молодежь. Да, а ну продолжи фразу. Две параллельные прямые. Это сказуемое. Бог видит, я этого не хотел. В каждой команде идиот есть. В моей команде идиотов не счесть. Идиотка, идиот, никого, идиот, идиот. Идиот, что ли? Глеб, здравствуй. А ты чё, за нас теперь играешь, что ли? Да, чё вы мне не сказали, что мы опять в Пермь приедем? Я хожу по Новосибирску, вас ищу. Вижу Ромчика, мама идет такая: «А, Глеб, не трогай меня! Они в Пермь уехали! Ам!» И вот я здесь. Он не голодный. И что ты вышел тут? Так что, давно не виделись? Может быть, это? По пиву? По пиву? Заметьте, не я это предложил. Ну все, старина ушел, девки, держите юбки! Закамский битбокс. Егорыч, водку будешь? Естественно! Лунтик стал солистом группы «Кровосток». А все мы видели таких продавцов цветов. Молодой человек, купите, пожалуйста, даме цветок. А она и так согласна. Снежная королева украла не того Кая. Таких отморозков у меня еще не было. Необычный случай на остановке. Я помню белые обои, черная посуда. Молодой человек, мой автобус подошел. Я Крида не пою. Сколько стоит любовь? Давайте, давайте! Сколько стоит любовь? 28 мультов. Друзья, Ну и в конце про тараканчика. Алло, да, Рубен Грантович? Да, вы чё? Не заметили. Дядь Гош, вам не стыдно? Стыдно, у кого видно? Да нет, нам стыдно, потому что наша стая боевых волков движется прямиком к финалу, а ей мешает очень старый, жирный, больной, никому не нужный дядя Гоша. Даже не завуалировали, да? А я просто хотел после игры вас позвать в клубешник, отметить, за свой счет угостить. Серьезно? Что, пойдете в клубешник? Да! Давай, не в клуб, давай! Давайте в номере лучше, у меня встретимся в 11. Блин. Дядь Гош, держите вот, взбодритесь. Это что, нулевка? Энергетик. Вы что сделали, блин? Мне энергетик и сахара нельзя. Я же сразу молодым стану, а я когда молодой был, я вообще исполнял похуже вашего. Ну извините, пермяки, так случилось. Жесть, старый трек! Я же говорил, он родился в допутинской эпохе! Чё-то ваш КВН капец какой невеселый! Я пошел гулять! Ого, самокат! А вы говорите, припарковать некуда! Игорь Знобихин, здравствуйте! Вот что вы там в 1/8 нам сказали? Я как бы, ну, разобрался, но у меня 7 рублей минут, извините, короче. Дядь Гош, попейте скорее воды, иначе вы навсегда останетесь молодым! Рубен Грантович, первая лига нам как мама, вы нам как папа. Дайте либо пипить, либо денег папа, пожалуйста. Пять звезд, Рубен Грантович. Первая лига в надежных руках. Сколько стоит любовь? Сколько стоит любовь? Сколько стоит любовь? 28 мультов! Дорогие друзья! Дядь Гош, мне кажется, пора заканчивать. Все только начинается. Ведь команда «Малинки» создана, чтобы вас веселить. Вертуха юмора по вашим кислым щам. Спасибо! Спасибо! О! Это была команда КВН «Малинки», и она осталась на сцене не просто так, потому что оценки жюри мы будем узнавать сразу после выступления. Прямо здесь и сейчас. Пожалуйста, ваши оценки. 4, 4, 4, 5, 4, 6. Здравствуйте, Рубен Грантович. Здравствуйте. Все прикольно, но я скажу, почему 6 поставил, потому что в первой команде всегда тяжело. Спасибо вам большое за прекрасное выступление. Спасибо команде КВН «Малинки». Провожаем ее готовиться к следующему конкурсу.